Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. На многих садовых участках медведки стали настоящей проблемой. Насекомое может употреблять практически любую пищу растительного происхождения, но при этом отдавая предпочтение клубневым культурам. И чем только не пользуются садоводы для того, чтобы прогнать ее. Но пока что лучший и проверенный способ – это препарат «Гром» от медведки. Уже несколько лет подряд моя знакомая ведет борьбу с медведкой на своем огороде. Причем, как она говорит, стоит завести на участок свежий перегной, тут же количество медведки существенно увеличивается. В теплице медведка подрезала все огурцы, и чем только она не поливала, и мыльным раствором, и содой, и даже хлоркой не помогло. Тут она попробовала препарат «Гром» от медведки. Она заложила гранулы в тех местах, где есть норки и дорожки медведок. В результате погибших медведок на поверхности замечено не было, но уже больше 10 дней нет новых норок и дорожек. Скорее всего, они погибают под землей. Да и на форумах хорошие отзывы об этом препарате, так что всем советую, у кого такая проблема. Уверяю вас, это не реклама. Очень советую открывать упаковку на открытом воздухе, потому что из нее исходит слишком концентрированный запах, надышаться которым, скорее всего, будет опасно для здоровья. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!